Сегодня выехал с утра на разведку искать новые места. Вчера рыбаки ехали, говорят, на поле, на разливе сидели гуси, утки. Сейчас, правда, едут, поднялись 4 гуся, те, которых они видели. И утья, наверное, что 15. Вот заехал еще на одну болото посмотреть. Вот тут много воды. Но утки нету. А, вон есть пара. Дальше не знаю, что делать. Или на поле копаться. На вечер. Чуть-чуть оставить. На гуся посидеть. Или ехать на старые места сидеть. Ну ладно, подумаем. Подъехал еще к одному болоту. А тут даже утки нет ни одной. Такое болото. Да. Вот это да. Ну ладно, попрем дальше. Глубоко тут, да? Ну иди тут покупайся. И поедем.
ребята! Есть! Все, он шел на посадку, сел. Наш сегодня первый селезнек. Слышу, свистит. Сидел вон там я. Такой шалашик у меня в березках. Сидел, не шевелился. Га-га. И все, он подсел. Вот он наш красавчик. Наверное, не дойдем. Придется ждать, пока его подтянет ветер. Но ветер дует, волна идет. Значит, мы его заберем. Да, уже вот. Уже полный. Есть. Ну вот такая утряночка на сегодня. Застрял на траве. Осталось 2 метра. Попробую, может, кочка какая. Полям, ребята, взяли. Это он, который пролетал мимо, пролетел он где-то, посидел, утку он увидел, правда уточка молчала, и он не выдержал, назад вернулся. Вот оттуда он прилетел, сел, а оттуда я стрелял. Вон наша уточка сидит. И вот один выстрел, правда, дистанция такая, 40 метров. Вот, прям четкое попадание. И все. Ставим лайк. Подписываемся. Продолжение следует. Thank you.
Второй взят. Ну вы все сами видели. Второй наш. Какой писюн у него. Вот сижу буквально 30 минут я. Выехал я в 6 часов утра, произвел разведку, на вечер нашел себе место. Ну и в принципе и тут неплохое место. Я сижу полчаса, и вот она наша уже добыча. Пара штук вот таких вот замечательных. Ну вы видели все, он прям к утке сел. Главное, не шевелился, и он меня не видел. Но он что-то понимал, что-то не то. Начал отплывать. Ну и отплыл от уточки подальше, и я его забрал. Все, они сегодня едут с нами. Поехали домой. Хорош, покупали. Поедем, да? Когда ко мне? Когда? Вот таких двух штучек сегодня взяли. Остался на поле, все повысыхало, но вот остался два разливчика. Вся концентрация утки, птицы, гуся будет здесь. Я проезжал с утра, поднималось 4 гуся с поля, но они вечером залетают сюда. Вот я ехал сейчас на своем танке, чуть-чуть побуксовал. Вот так рассокатило грязью, просто сплошняком. Набрал сено. Сейчас отнесем туда. Вон он, прикошок летит. Сейчас отнесем туда. Делаем скрадок, вечером посетение будет. Думаю, будет результативная охота. Посмотрим. Вот, ребят, мы приехали на вечернюю охоту. Вот он, мой скрадочек. Собрал я его на поле. Сдалека глянем.
Вот такая кучка неприметная. Набрал я сена. Положил. Связал вот такую сетку. Сетку, на нее сено привязал. Вот кругом сделал. Вот там резину подстелил. Взвел камеру. Патроны. Все выставил. На вот этом чучела вот высадил подсадную. До вот этого стрелять метров 30-35. А там я поставил чучела гусей. 5 штук, немного. Ну хотя попробуем подманить. Может рядом будут пролетать. Получится стрелять. А если повезет, то добыть. Ну, будем ждать. Ждать, что у нас время-то сейчас, наверное, к 5 уже. Да, без 25. Часа полтора, наверное, впустую пролежим. А там, думаю, будут налетики. Ну все, будет впереди. Смотрим. Так, что еще хотел сказать? А, что сегодня сильный ветер дует. Простите за звук, но я ничего не могу сделать. Это новая камера. Не знаю, как она будет насчет ветра, как будет идти запись. Старая камера сломалась, повез по гарантии, они у меня забрали. Через 2 дня написали смс-ку, что можете забрать деньги или вернуть, или взять другую новую камеру. Это ДНС. Я сам был удивлен. Я поехал, еще забрал стоит деньги, добавил немного и купил чуть получше камеру. Ну посмотрим, как снимает. Везучая она или невезучая. Но сегодня утром уже мы 2 селезней взяли. И они попали в кадр. Я думаю, нам и здесь повезет. Так нам летит большой. Лебедь-то. Ну да, лебедь. Цапля, цапля, цапля. Цапля. А, журавль. Журавль.
Нет, ребятки, нет, не взял. Тройка. Журавль ушел. Летел, высоту набирает. Вот так, ребят, вот журавль подошел прям в 15 метрах от меня, полюбовался. И пока им любовался, смотрю, налетает гусь. Дал ему манком, он дал два круга, налетел на меня сильный ветер, я делал сильное упреждение, дробь тройка. Я не попал у него, 30 метров был, 30, даже может и поменьше, прям на меня налетел. И первый, как говорится, блин, комом. Ну ладно, чё, ладно. Ну хоть налетел, одиночка был, чучелам туда начал подворачивать. Я его манком подвернул, два круга, он высоту сбавлял, сбавлял. Ну... не судьба. Обидно, досадно. Ну ладно, будем дальше тянуть. Да. Слов нет. Такой налет был, такой налет. Но надо было единичку перезарядить. Ну что-то не стал, думаю, сейчас вошкаться буду, спалит меня. Да и тройкой можно было попасть, просто ветер, сильный ветер дует, начал, давал сильное упреждение. Короче, лоханулся. Ну ладно, посидим дальше, посмотрим, что будет. Ну вот такая, ребят. Такой охотничий денек сегодня у нас получился. Утром я выехал, ну правда поздновато я выехал, на часок, двух штук взял, по одному стрельнул, далековато сидел, промазал. Ну был налет один гуся, я промазал. Пролетали утки, крикоши, два штуки, тоже по последнему стрелял два раза. Тоже промазал. Сейчас стал пробежаться до леса. Думал, пробегусь, ноги чтоб согрелись. Только в лес забежал, назад возвращаюсь. Пролетают два крикоша. Ну, как всегда, только вылезешься с кратка. Вот она, дичь. Ну, в общем, вот так, если ничего не изменилось. Вот такой сегодня получился денек. Добыли двух селезней. Промазали по гусю. Подошел к нам журавлик. Показал себя во всей красе. Такая должна быть маскировка. Он подошел от меня в 15 метрах и не понял, что я тут и сидел, пока я не начал стрелять по гусю. Потом он улетел. Ну все. Кому понравилось, ставим лайки. Снизу подписаться надо и нажать на колокольчик, чтобы когда следующая моя охота выходит, чтобы приходило вам оповещение о новом видео. Ну все, всем до встречи, удачи всем. Встретимся на следующих охотах и рыбалках. Скоро попрем на рыбалку. Говорят, вчера рыбаки ездили, одного на лима поймали. Ну не знаю, пока охота, я что-то на рыбалку как-то не каждый денек. Стараюсь свободный выход, лучше на охоту. Рыбалка, лето, все лето у нас впереди, а охота через 4 дня закрывается, основная охота, и через 15 дней получается закрывается охота с подсадной. Ну ладно, всем до встречи, всем пока, если ничего не изменится, то на этом видео и закончится.
Я посижу еще полчасика, сейчас самая сумерка. Может, что-то и налетит, посмотрим. Ну все, всем удачи. Есть. Соксун. Соксун селезнёчек. Широконос. Вот он. Такой красавчик. Широконосик. Мы его называем широконос. Еще называют соксуном. Привет. Вот жарю крикашиков на мангальчике. Грудиночки вот. Крылышки и грибочки. Все кипит, все скворчит. Красота.